Ребятишек кормим разнообразно. В рационе постоянно творог, молочко, ну, супа, мяско, выпечка, разнообразные каши, компоты, и вишня, и курага, и сухофруктов. Ну, все очень хорошо, замечательно. Детки очень довольны. Что касается летнего отдыха детей, у нас будет действовать детский лагерь при санатории. У нас уже расписаны детские заезды, начиная с 31 мая. Заезды у нас планируем за время заездов оздоровить порядка 1000 человек за лето.